встречат, покупает лэптоп в открытой коробке, и это нужно его проверить только на кассе, как он работает или нет. Вообще-то все лэптопы продаются вот здесь, какие они на витрине, прямо вот в этих коробках. А нам предложили открытую коробку. Но это будет дешевле на $30. Окей. Вот этот вот маленький, 11 инчей. А вот этот 14 инчей. И мы берем 14 инчей. Вот такая цена. Смотрю, здесь есть все порты. Посмотрите, какой Asus. Asus ROG Ally 7 inches. Играйте во все игры. Смотрю, люди выбирают Go the Extra Mile, Segway 9 Bot, Kick Scooter, Max G 30P. Такой вот коробки продается. Этот руль выпрямляется. Айпады здесь с клавиатурой стоят. Вот Apple стоит $70. Есть подороже. Это iPad Pro, iPad Air, это просто iPad, и это просто iPad. Вот эти дорогие, это дорогой, это дорогой. Кто хочет iPad за 1000 баксов? Этот iPad стоит $600. But don't know just what we hope to find.
Это называется Fitbit.